есть, на мой взгляд, по крайней мере, будет два глубокие и серьезные последствия. Ну, во-первых, как вы знаете, на протяжении более 4 лет и США, и Европейский Союз проводили политику целью ущемлять возможности России, да, и побуждать ее вернуть законное число международного, международных отношений. Трамп вчера напрямую подрывал эти усилия и противоречит и шумно, и экстравагантно. Именно в это время он высказал, что Путин ключевой и желательный партнер США. И в результате очевидно, что Путин сделает выводы. Изменять российскую политику нельзя. Это первое отрицательное последствие. Второе будет следствие. Трамп намного усиливал уже имеющее недоверие союзников в НАТО и партнер ЕС. Целая система безопасности в НАТО зависит от доверия. Доверие, что будет решительный и заблаговременный ответ на агрессию или прямую агрессию, или косвенную агрессию. Если президент США сам откажется реагировать тем же, целая система безопасности затормозится и, может быть, даже поломается в критический момент. Это как обстоят дела? Это сегодняшний график. Это серьезно, на мой взгляд.